Здравствуйте, меня зовут Геннадий Шаделко, я кандидат в мастера спорта по спортивному самбо, мастер спорта по рукопашному бою. Черный пояс, четвертый дан, дайто рю айкидзюцу. Я являюсь тренером по ММА клуба Fight Fabrica. Сегодня мы рассмотрим такой известный прием, боковой переворот, а в основном мы рассмотрим на него вход, как пройти руки соперника для того, чтобы войти на бросок. Боковой переворот – это такой прием, который выполняется встречным входом на соперника. То есть надо вытащить противника на удар, чтобы он нанес либо левый джеб, бам, либо двоечку, бам-бам. И в зависимости от того, в какой стороне и на какую сторону мы уклоняемся, на ту сторону выполняется и вход. Если мы работаем под левый джеб, то мы делаем уклончик под руку, сопровождая страховочкой руку, естественно. Можно даже сопровождать двумя руками, страховочку ставить. Кто боится сильного удара, да, то есть можно так вот. Можно таким образом перекрываться и после этого выполнять вход. По технике выполнения входа на прием мы не должны оттягиваться, а потом тянуться за этой ногой. У нас не будет времени, противник вернется. Поэтому мы на тайминге выцепляем его, сбиваем руку и подгружаем. Прием выполняется, вытаскивая на левый джеб, и уходим. Уходим мы от второй руки, так как мы не знаем, будет два удара, один. То есть, выцепив противника, мы ушли от второй руки и левой рукой сразу же фиксируем корпус. Вторая рука как можно глубже заходит под пах, под ногу и идет подстановка второй ноги. В этом положении, войдя в эту ситуацию, не останавливая движение, вместе с рукой и постановкой ноги мы не должны поднимать соперника спиной. Вот так. Мы его не поднимем. А мы должны войти и тазом выдавить колено. Тогда соперник очень легко взлетает наверх, после чего мы его бросаем. Прием выполняется как на левый удар, таким входом, так и на правый удар, таким входом. В обоих случаях мы должны довернуться. С левой стороны мы подшагиваем и подставляем ногу. С правой стороны мы сбиваем и доворачиваемся, и также поставляем ногу. И здесь идет тот же механизм. Вместе с рукой я выдавливаю тазом колено. Также он выполняется и на двоечку. Да, да. Да. Правый. Да. Да. Двоечка. Да. 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 Характерные ошибки в этом приеме, когда противник еще не нанес удар, вы не выцепили это движение, он еще не нанес, он вас только задергивает, и вы побежали за ногой, раньше его выброшенные руки, где вы можете он вас либо встретить, так как у него есть пространство, либо отстрелить ноги. Вы идете, раз, и он отстреливает. И противник меня накрывает. Поэтому очень характерно тайминг выполнения приема. Так же, как в ударе, так же, как в броске, необходим тайминг. Для этого мы стоим, работаем, противник наносит удары. Бам, бам, вот, бам. Вот, бам! Здесь сразу же растянули, вышли на болевой. Ключевой момент после выполнения любого приема – контроль противника. Мы должны не потерять свое равновесие, выполнив прием, и перейти либо к удержанию, либо к болевому. Я выполнил. Бам! Здесь раз. Иначе пропадается весь смысл выполненного действия. Почему надо переходить к контролю соперника? Потому что прием, любой прием, который мы выполняем, так говорят, на втором этаже, он энергозатратный. И для того, чтобы
после выполнения приема восстановить силы, нужно зафиксировать противника на земле. В некоторых видах для того, чтобы засчитали тейкдаун, противника нужно хотя бы 3 секунды фиксировать. Поэтому, выполнив прием, да, бам! Я сразу же ухожу. Начинаю на нем балансировать, чтобы восстановить свою дыхалку. Вот, и подгрузить его немного. То есть выйти сюда и здесь уже работать над доминирующей позицией. Нанося удары и подгружая противника своим весом. Этот был прием боковой переворот, а точнее вход на него.